Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем играть в Mount Blade. Дошел я до Тьяла. Распродался. Наковал немножко мечей. Не успел еще отдохнуть до 100%. Армия у нас 196 человек. После последних сражений. Тут пришло пару сообщений о том, что Асираи нам объявили войну. И что появился квест заговора. Нужно в Аскар отправиться. Это у Асираев. Мы туда не пойдем, тем более, что мы с ними воюем. Мы находимся в другой стороне карты. Так, есть турнир. У меня 78%. Не пойдем мы на турнир. А пойдем мы... Замок какой-то наш осаждают, скорее всего, Асираи. Пойдем мы вот в эту сторону. Будем стургов гонять дальше. Разбили мы тут недавно их армию. Тоже армия пополнилась. Разбили в прошлой серии пару караванов. Так, асирайский караван. Я думаю, сейчас нам должны помочь. Срезать. А, вот, вот. Караваны так себе. А вот вот этого парня мы сейчас поймаем. Смотрим, можно у нас кого-то улучшить перед боем. Нет, нельзя. У меня почти, точнее, не почти, а 100%. 800 у нас уже. Князь Атилон. Так. Я слышал. Так. Сдавайтесь. Есть что обсудить. Ага. Можно с ней его переманить. Давайте попробуем его переманить. Мы в этой катке еще ни разу никого не переманивали. Сделаем сохраночку. Потому что мы знаем, что если мы провалим переманивание, потом мы этого лорда уже не переманим. И попробуем этого князя переманить на сторону нашего хана. Так, не стоит, Раганват вашего. Так, мой господин Манчу будет рад, если вы будете служить нам. Ну, поехали. 55-21. Ну, допустим. Ого, критический успех на 2. Ничего себе начали. Так, хорошо. Дальше. Рангат не изменяет тем, так, кто держит слово. 100%, 100%. Ну, попробуем вот эти 100%. Есть успех. Хорошо. И тут 100%, ничего себе. Так, хорошо известно, что так вы в плохих отношениях со своим... Да, переманили, переманили, 100%, 100%. Теперь наша задача... О, у него даже в это в плену наш лорд сидит. Борту. Так, ладно, борту это хорошо. Сейчас мы попробуем... Ну, нормально он так это... Вот я ему длинный лук знати закинул сразу. Процентов так на 25-30 мы его переманили. У меня тут есть немножко мечей. Уже приятно, что наликом не надо добивать. Так. Давайте заберем нашего лорда. Пускай он тоже его выпустит. Стурский резак, ботанисти пони. Вот интересно, я не помню, это среднезаморский палфир, это тяжелый конь или нет. Да, ну ладно. Так, а теперь золотом, да? А теперь пойдем золотом. Так, не понял. Ага. Называется «Не спеши», да? 43 тысячи. Блин, у меня тут... Ладно, хорошо, тогда вот так оставим, да? Давай 43. Вот. 30 тысяч. 30 тысяч мало ему, да? Вот 35 тысяч. 35 чуть-чуть, вот 37. 37. Тысяч. Эх, чуть-чуть не хватает. 38. Ну не хочу я переплачивать ему много. 39.
Ну что ж ты такой несговорчивый? Ладно, ладно. 40. 40 тысяч. Да, 40 тысяч. Забираем нашего лорда и переманиваем этот клан себе. Так, очень хорошо. Это будет большой шаг. Он не должен был. Так, так, так. Понятно. Все. Теперь этот парень работает на нашего тестя. Я даже сохранюсь от таких хороших новостей. Так, и отпустили там нашего лорда. Так, у нас тут никто присоединиться не хочет. Никто. Ладно. Караваны караванами. Выдвинемся вот сюда. Хотя, а чё? Асираев надо наказать. С подтишка объявлять войну. Значит, будут терять караваны. Правильно? Будь посему, в атаку. Чё мы должны его пропускать? Сейчас еды с него возьмем. Так, позиция у нас так себе. За холмом. Так, за мной. Какие-то наглецы. Три всадника. О, даже такое. Фу-фу, по снегу. Стрелы. Так, хорошо. Потихонечку подойдем сюда. Зайдем быстренько во фланги. Где вы там? Заходим, заходим. Где вы там? Давайте, давайте, орда, подтягивайтесь. И вот так вот развернулись. Сюда. Вот их верблюды, груженные товаром. Ух ты. Четко ему вот так вот голову снял. Так. Аккуратно надо так, то сейчас туда своих накидаю. В принципе, наши уже и добили их. Без потерь. 12 во влияние королевства, можно уже и армию собирать. Так, наемный разведчик идет в плен. Возьмем этих ребят в чалме на конях тоже в плен. Вьючная лошадь нет. Обычная лошадь, пустынная лошадь, меч на перековку и еда. Сейчас соберем быстренько армию. Я думаю, надо замок штурмануть. Тем более, тут есть ребята, местный уже клан стургов, который перешел на нашу сторону. Сделаю на всякий случай сохраночку. Вдруг что-то, как всегда, пойдет не так. И начнем собирать армию. Так, армия. Собрать. Где-то тут должны быть ребята рядом. Из тургов. 3 дня. Вот 134, 18 часов. Хорошо. Армию собирать вообще не с кого. Все сейчас в армии находятся. Называется «Бери всех, кто есть». Вот это все темное, это все люди в армии. Вот все, что я набрал. Ну, нормально. Я не думаю, что в замке 300 человек. Ну, как раз тут караван идет. Ага, куда это ты? Куда это ты пошел? Стоять. Ты гляди, нахал какой, а? Решил еду утянуть. Мне тут как раз еда нужна. И в плен пойдешь. Так, четверо тут ребят улучшилось за этот бой.
И еда 100%. Хотела 100% вывести еду. Так, овечек пока возьму. Мы их зарежем на мясо. Всякое может быть. Так, а есть деревня какая-то с едой поблизости, с коровами? Разграбленная. С рыбой тоже дымится, разграбленная. Наши, я смотрю, нормально тут грабят. Деревни. Мародеры. Так, осадить замок. Нам не до мародеров. Нам нужно замок осаждать. Пришел один лорд. Так, смотрим. 294-323. Еды у меня на 55 дней, у него на день. Прибежал тут. Стал в тыл вражеский стурский лорд, но мы на него внимания пока не обращаем. Долго-долго мы строимся, но как раз хватит времени, чтобы все ребята подтянулись. Так, прогнал. Не гони его, иди в армию. Нет, тут надо же было, блин, ввязаться. Ну хоть победил. Давай, тащи сюда 56 человек. Так. Я тут чуть не провтыкал одну. В резерв. Так, вот у нас 400 уже. Может, кто-то присоединился. Хорошо. Еды у нас на 31 день. Одна требушетинка уже в резерве стоит. Так, у меня еще два лорда там на подходе. Так, есть в резерв. Вот один, и вот второй. Не даст под... Ох-ох-ох-ох-ох, что-то вы так стянулись сюда. Не даст он мне подтянуть. Так, еда закончилась, они начинают потихоньку разбегаться. Это не может не радовать. Так, в резерв. И четвертая сейчас будет готова. Главное, чтобы сейчас он меня с тыла не ударил, да? Ну, я думаю, мне хватит людей разнести. Так, сейчас вот последняя почти готова. Блин, вот этот 119, конечно. Так, выставляем требушеты. Смотрим, что тут у нас. Улучшил лидерство. Увеличивает размер отряда на 5 за каждый город, который вы контролируете. Герои генерируют общий опыт. Это хорошо. Увеличивает безопасность в городе на 5 во время отдыха. Снят штраф боевого духа при наборе пленных вашей фракции. Ну, такое, конечно, набор пленных вашей фракции. А то, что герои генерируют общий опыт, вот это вот приятно. Так, что тут у нас? Кто-то хочет присоединиться. Сейчас каждый парень на счету. Ну, 500. О, разогнал, молодец. Пробился, пробился. Мне теперь прям аж поспокойнее стало. Нормально, нормально работают требушетинки. Половину стен уже снесли. Ой-ой-ой-ой. Так, блин. Ни одна из стен не разбита, а? Но зато нету этих, скажите. Скорпионов. 300, 400, 500, 600, 700. 700. Сильно много. Сильно много, конечно. Хотя бы одну стену добить, да? Но очень мало времени. Я думаю, что не успеют они добить. А если я нажму, скорпион построится. Но будет дырка в стене, если успею. У меня кто атаковать идет? Вот эти быстро дойдут, конечно, до меня. Это понятное дело. Этот развернулся. Хреново, конечно, лестницами работать, но у меня...
меня хоть 4 требушетины в помощь. Так, начнем штурм. И нет, ребята, все назад. Все назад. Никто в атаку не идет. Работаем сначала требушетами. Он сказал же всем назад. Нет, а, они все решили лестницы поставить, да? И отступить. Так. Ну что, успею залезть в тыл? Нет, не успею. Поскидывали лестницы. И убежали, да? Да, хорошо. Эти ребята все равно бегут ставить лестницы, да? Ну, я смотрю, требушетинка все равно работает. Так, а что с воротами? Ну, это долгое дело. Та! Две стрелы, две мимо. Вот, есть минус один. Еще минус один. Быстрее, 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 быстрее. Есть, в голову его снял. Отлично. Так, стрелы держим. Так, а наши тут подбегают и ставят лестницы. То есть я не могу не ставить лестницы, да? То есть все ставят. Убил его. Еще одного. Так, хорошо было вот в эту сторону залезть. Там много погибших лучников. Можно было как-то так дотянуться. Так, значит так. Ставим лошадь здесь пока. Эта толпа бегает, скидывает лестницы, да? Значит, эти ставят лестницу. Толпа разворачивается и бежит. Есть, в голову его, да, бежит лестницы сбрасывать. Эти ставят здесь лестницу. Толпа потом разворачивается. Нет, почему-то сразу скидывает. Вот так вот в голову его. Так, эти посбрасывали. Хорошо, там один какой-то перец. Так, хватай лестницу. Ну что такое? А, ее просто забронировали вот эти вот ребята. А ну, поднимай. Поднимай, поднимай. Может, я даже успею на нее забраться сейчас. И заскочить на стену крепости. И зайти в тыл туда, куда-нибудь там, где есть стрелы. Ну, быстрее, быстрее, пока никто не набежал, меня не увидели. Так, 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 так. Блин. Так, спрыгиваем. Там за нами кто-то спрыгнул. Уходим, уходим, уходим. Так, отвлекли на себя. А вот теперь все в атаку. Теперь будет поинтересней. Так, мы тут хорошо станем сейчас в дверях. Где он там? Отлично. Так, теперь ищем стрелы, пополняемся, залазим на стену. Будем подтишочничать. Вот и стрелы, отлично. Кого с этого края нет. Пополнился.
Вот и ребята бегут уже. Ого! Вот это тут у меня только шаград стрел пошел. Убил. Убил. Давай. Ух ты, копье прилетело. Так, стреляем, убил. И двигаемся. Хорошо, я тут сам уже настрелял народу. Держитесь, парни, знаю, что тяжело. О, они уже начинают терять людей, уже генерируется помощь. Так, Mozilla. А-а-а! Вот это я попал. И не знаю, как я так выпал неудачно, но так получилось. Не отходим далеко от стрел. Хорошо. Отлично. Ко мне требушетинки полетели. Я думал, уже у меня летит. Была такая история. Прибила со своей требушетины в проеме стены. Хорошо, хорошо. Вот это все время стреляю, все время убиваю. Даже без ранений. Воу. Вот это вот все выстрелы, все уносят по бойцу стурскому. Стрелы закончились. Пополняемся. Ого, там кого-то кинуло. Ух. По халатику видно наш летяга. Держись, держись, ребята. У нас там армия с тыла идет. Нам надо зайти в этот замок. У нас без вариантов. Щит кому-то попал в голову. Mozilla, блин, в толпу стрелял, никого не попал. Так, закончились. Пополняем. Коряга какая-то торчит в бронюшке у меня. Кто-то мне гарпунчик окинул. Так, ну что там у нас? По шкале вверху я вижу, вроде так движемся потихонечку. Такое впечатление, что на моем крыле вся пехота вражеская скопилась. Так, промазал. Попал. Давай, 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 давай. Ребята, нам надо в замке засесть, иначе нас там с тылу просто разорвут. Помощи ждать не от кого. Хорошо его положил. Я не знаю, уже, наверное, человек 50 точно сам убил. Может, даже больше. Там столько защитников не было, так опять стрелы закончились. Отлично. Там столько места нет на стене, сколько я уже поубивал стурга. Mozilla. Так, сейчас я его вот так вот в голову. Я даже не знаю, кто это лестницу сбросил. Я уже тут всех убил. Все, побежали с турни.
Прогонимся стрелами и пойдем по стене дальше. Мазила. Хорошо попал. Ну вот как вот в толпу стреляю. О, убил. Так, аккуратно надо, чтоб своих не зацепить. Все. Дрогнули, да? Да. Фух. Ребята, вот так у меня останавливаемся. Сейчас надо где-то еще стрел подобрать на всякий случай. Ух ты, зарубали его бегом. Вот стрелы. Что не берется, ладно. О, открыли наши ворота. Вперед, вперед, не останавливаемся. Ух ты. Ух ты, это я сейчас нарвался, как на толпу. Взяли замок. Взяли замок с лестницами, без дырки в стене. Потеряли 117 с армией. 39, ну, лордов не потеряли своих, уже хорошо. Так, пленные тут так себе. Один парень улучшился, один хочет присоединиться, забираем. Мечи на перековочку, вот эти топоры на перековочку. Еды нету. Фух, проявим милосердие. Отлично. И начнем отдыхать. Может, он нас осадит? Осадил. Спрашивается, чё ж не осадить, если стена почти проломлена, да? Ну что, присоединиться будем. Можно запросить переговоры, сделать вылазку, но мы пока отдохнем. Построим скорпиончики. Так, 8 парней у нас улучшилось. Нам сейчас понадобятся лучники. Так, стоп. Что тут у нас? Так, замок меняет владельца. Хорошо. Так, о! Наконец-то. За меня уже не хотят голосовать. Так, смотрим. 38. Отношения 2. Да, конечно, надо вот этому парню дать. У меня 817. Влияние мы с 800 начинали, с армию собрали. И за то, что мы замок так взяли, нам накинулось влияние. Улучшили отношения с этим кланом. Так что... Отлично. Так. Накинем сплоченности. И ждем штурма. У нас уже 450. Странно, что он не бросает это дело. Ну такое. Построил он осадный лагерь, строит таран. Все. Построил таран и бросил это дело. Так, хорошо, что у нас, что у нас, что у нас. Вернуться в замок. У нас народу сколько? Ну, если все здоровы, то 889, да? А так народу у нас, конечно, не очень много. Прихлебатели его разбежались. Нет, вот еще есть один на соточку. Так, что тут у нас? Кто-то хочет присоединиться, да. Один стуржский всадник. 157 у нас своих воинов только.
Ладно, отдохнем до утра. Утро вечера мудренее, сейчас подумаем, что делать. Те грабят деревни, этот пошел за пополнением. Еще хочет присоединиться стурский парень такой в бронюшке. Так, покинем замок. Посмотрим, сколько у нас народа. Народа у нас 426, да? Вытянул он меня прямо под них. Ладно, попробуем. Сколько у него? 4,8, у меня 4,4. Разве что только он тупанет где-то. Мы его дотянем, да? Нет, в лесу, стурги. Ну, стурги не ботаницы, конечно, но 3,6 у меня, 4,4, а в лесу 3,4, да, никак я его не догоню своей армией. Ну, если не догоню, то, наверное, пока и не будем. Не будем пока его гонять. Так, ну что? Алиджин, это жена брата, да, у меня в помощниках, в телохранителях. Был большой бой в этом замке. Там девчонка какая-то пляшет. Привет, девчонки, что вы тут делаете? Можно присесть? Нет, нельзя. Обидно. Оли Джин, я вижу, серьезный взгляд такой сразу стал. Так, а девчонки стурские, я смотрю. Так, ну что, на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки. До новых серий.